Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самые дешевые фьюзы на данный момент по Pet Simulator X. А естественно с новыми космическими питомцами. Так, давайте тпхнемся, где у нас находится фьюз машина. А некоторые комбинации мы с вами сами попробуем проверить, а некоторые я уже знаю и сейчас вам их покажу. Так, чтобы получается нам скрафтить Лего новую, нужно выбрать вот таких два питомца и одного аксолот. Так, пробуем. Отлично, что-то у нас тут получилось. И это Лего. Четко. Так, следующая комбинация. Давайте попробуем. Это получается 4 вот таких Rainbow аксолот. Пробуем. Смотрим. Отлично, работает. Уже две леги есть. Так, давайте снимем питомцев, чтобы они нам не мешались. Чтоб сразу видеть, что нам выпадает, и не открывать по 100 раз инвентарь. Так, все, давайте теперь проверим мою личную комбинацию, которую я думаю, то, что она сработает. Это нужно 4 вот таких кота космических. Так, пробуем. Отлично, работает. А сейчас нам выпала Лего, но уже другая. Но это уже все было так задумано. Нужно, чтобы именно она выпадала. То есть 4 вот таких космонавтов нам выпадает с каким-то шансом Лего, а с каким-то шансом вот такая вот фигня. А что там у нее по статам? Ну, так, в принципе, нормально. Так, также давайте проверим комбинацию с Dark DM Reaper. Так, выбираем их два. И давайте одного обычного пришельца, вот такого. Пробуем. Отлично, Лего. Как видите, все работает. Давайте сразу их несколько штук тут накрафтим. А насчет шансов я точно не знаю. Может быть 50 на 50, но скорее всего вот этот именно шанс с DM Reaper'ами, он 100%. Так, ну, в принципе, у меня тут этих риперов довольно много. Сейчас, я думаю, получится накрафтить у нас очень много таких лег. И, естественно, они пойдут на раздачу. Также не забывайте про лайки и подписки. Вам не сложно это сделать. Мне будет очень приятно. И раздача будет у нас завтра, то есть во вторник, 16:00 по МСК. Так что всех жду. Можете приходить. Так, поехали. Пробуем. Отлично. Значит, скорее всего, эта комбинация 100%, и с нее выпадает Лего. Так, поехали. Да, отлично, работает. И теперь давайте проверим комбинацию из вот таких радужных пришельцев. 8 штук, выбираем их и посмотрим, что нам сейчас выпадает. Так, ну, в принципе, неплохо. Так, давайте попробуем 9. Ага. Тогда давайте 10 попробуем. Смотрим, выпадет нам Лего или нет. Ага, почему-то не хочет попадать. Ладно, давайте тогда комбинацию по 8 делать. И теперь посмотрим, давайте, статистики этого аксолотля. Ну, в принципе, так. Я думаю, пойдет. Это у нас эпик. Это у нас рарка. Так, тогда давайте сейчас покрафтим еще их из 8 вот этих пэтов. У меня, в принципе, их довольно много. Сейчас повыбиваем тут питомцев и попробуем из них сделать легендар. Так, получается, из 4 вот таких аксолотлей у нас получается вот такая Лего. Статистикам они чуть-чуть послабее. Так, давайте попробуем тогда из 5 штук. Я думаю, получится. Угу, получилась фигня. Ясно. Ладно, тогда давайте опять этих двоих соединим к слотлям и получим Лего. Да, кстати, иногда может не срабатывать, это ничего страшного. Просто попробуйте выбрать другого аксолотля. Все отлично получилось. Значит, комбинация вот с такими пэтами, которая сейчас показала, особо не работает. Вот так запоминайте,
что я тут крафчу, и потом также можете повторять. Так, ладно, давайте попробуем 12 пэтов объединить. Может быть, из них получится у нас лего. Да, из них получается обычная лего, то есть, которая с первого яйца. Давайте тогда по 12 штук будем делать. Как видите, шанс у нас получается не 100%, но что поделать. Так, объединяем. Все, отлично, они у меня закончились. И теперь получается, из таких трех лег можно будет сделать вот такую лего. Давайте проверим. Да, отлично, все работает, круто. Так, ну и в принципе давайте с других покрафтим, что у нас там получится, что нет. Давайте, значит, 4 штуки вот таких еще объединим. Проверим, 100% это плюс или нет. Так, как видите, это получается у нас не 100% шанс, но все равно, типа, выгодно. Из них можно будет потом сделать лего. Еще раз. Все отлично. Получилось. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Вот такие у нас фьюзы получились. Какие-то выгодные, какие-то нет. Можете заново все пересмотреть. И самые лучшие фьюзы для себя выбрать. С вами, как всегда, был Isban. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.